Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 160. Найдите сумму чисел. Числа 112, 85 и 2333. Найдем сначала сумму числа 112 и 85. Она равна 197. А теперь 197 прибавим 2333. Получаем 2530. Б. Сумму чисел 1050, 99 и 918. Найдем сумму чисел 1050 и 99. Ноль плюс 9 будет 9. 5 плюс 9 – 14. 4 пишем, 1 в уме. 0 и 1 в уме – 1. И 1 сносим. Получаем 1149 и 1149. Надо прибавить 918. Получим 2067. В. Сумма чисел 162, 34, 273 и 1199. 162 плюс 34. Это будет равно 196. Можно сосчитать устным. 162 плюс 30 – 192, и плюс 4 – 196. Плюс 273 и плюс 1199. Сто девяносто шесть прибавить 273. Получим 469 и 469. Надо прибавить 1199. Мы получим 1668. И Г. Найти сумму чисел 2455, 361, 14 и 28300. Итак, найдем сумму двух чисел 2455 и 361. Получим 2816. 2816 плюс 14. Это равно 2830. Устный счет. 16 плюс 14 – 30, и 2800 будет 2830. И теперь 2830 надо прибавить 28300. Получим 31
130. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.